Здоровье – главное богатство. На центральной площади города Кунаев прошел фестиваль здоровья. В рамках мероприятия был организован забег на дистанцию 2 километра по четырем возрастным категориям. Кроме того, жители областного центра получили бесплатные врачебные консультации по различным направлениям, а также прошли скрининговое обследование. В этот день на центральной площади Кунаева собралось около 2000 человек. Все они соревновались в беге на дистанцию 2 километра по четырем возрастным категориям. Так, в первую вошли участники в возрасте от 12 до 34 лет, во вторую от 35 до 49 лет, в третьей соревновались жители старше 50, а четвертую группу составили государственные служащие. Среди участников также немало спортсменов-ветеранов, которые на виду со всеми преодолели двухкилометровый марафон. С 2005 года я занимаюсь марафонским бегом. В свое время ходил пешком из столицы в Мекку, а также в столицу Китая Пекин. Участвовал в марафоне по маршруту Астана-Алматы. Я бы посоветовал всем заниматься спортом. Желаю всем здоровья. Пусть процветает наш город Кунаев. Главная цель организации такого рода мероприятия – пропаганда массового спорта и здорового образа жизни. В целом в спортивной акции приняли участие как подрастающее поколение, так и представители более преклонного возраста. К слову, финишную черту в забеге среди женщин до 34 лет первой пересекла медсестра Карасайской районной больницы. Я работаю медсестрой в многопрофильной больнице Карасайского района. Я очень рада принять участие в сегодняшнем мероприятии. Хочу сказать молодежи, что нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Благодарю организаторов за это состязание. В рамках фестиваля победители и призеры соревнований в каждой категории были награждены медалями и дипломами, а также денежными призами. Медработники организовали для желающих диагностическое обследование состояния здоровья, а также бесплатную медицинскую консультацию. В числе скрининговых услуг проведения флюорографии и ультразвукового обследования, а также осмотр стоматолога. Кроме того, прием ведут кардиолог, педиатр и терапевт. Жители в основном консультируются по поводу того, как правильно питаться. Например, какую дозировку сахара нужно использовать. В рамках мероприятия для малышей были организованы различные познавательные игры. артисты области представили жителям города концертную программу и приукрасили атмосферу праздника. Шандос Назарбаев, Курманжан Касымжан Ило, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.